представляете, классный руководитель Ольга Васильевна Лысенко и ее первый А-класс и их родителей. Мы поднялись не по будильнику, сами собрали свои рюкзачки. Рядом идут с модным мобильником, в школу торопятся выпускники. Эй, смотрите все на нас, мы идем в первый класс. Первый значит высший класс, пропустите нас. Первоклассники, всюду первоклассники, на ступеньках школы суета. Нам за ручку с мамами не страшно, страшно встретить черного кота. Сегодня ученики первого класса приготовили для нас сюрприз. Тот художником прекрасно. Он смешал однажды желтый с красным. Посмотрел художник, удивился. Новый цвет оранжевый родился. Этот цвет имеют апельсины, спелая хурма и мандарины. А вчера ежа зайчонок ловкий угостил оранжевой морковкой. Часто про оранжевый мы слышим. Он еще зовется рыжим. Кто-то был художником прекрасным. Он смешал однажды желтый с красным. Посмотрел и очень удивился, новый цвет оранжевый родился. Если ты грустишь, то без сомнения этот цвет поднимет настроение. Аплодисменты нашим прекрасным первошам. Сюрприз подготовили София Бектеева, Василий Кожиков, Мирослава Суп, Эрнест Пьянков. Давайте поддержим наших первоклашек. Первокурсники, при поступлении в институт каждый из вас получил экзотический фрукт. Апельсин оранжевого цвета, символ оптимизма, активности, стремления к переменам. Оранжевый цвет лечит депрессию и поднимает настроение. Добрый день! Я с радостью откликнулся на приглашение принять участие на данном мероприятии. Казалось бы, совсем недавно я стоял там, среди учеников и учителей прекрасной и замечательной школы. Учителя поистине профессиональны и искренни, ведь они вкладывают частичку своего сердца в каждого ученика. Я хочу пригласить сюда директора школы «Семи ключей» Наталью Аркадьевну Попову. Наталья Аркадьевна, дни в школе были поистине незабываемыми, и я хочу от вашего лица поздравить всех учителей, учеников и сотрудников школы с этим праздником и вручить вам букет.
Учеба в школе запомнится мне на всю жизнь, ведь это тепло и забота будут всегда греть мне душу. Спасибо вам. Спасибо большое за добрые слова. Действительно, выпускники школы «Семь ключей» продолжают обучаться как в МИДИСе, так и во многих ведущих вузах нашей страны. Мы всегда на связи с нашими выпускниками и очень радуемся их успехам. Многие из них в этом году, скорее, наши первые выпускники в этом году закончили свои вузы, и многие из них уже начали свою профессиональную карьеру, а многие продолжили обучение в магистратуре. Благодаря профессионализму наших учителей и доверию наших родителей мы ведем их к высокому результату. Мы растим наших ребят добрыми, открытыми, смелыми, стремящимися к знаниям, к познанию и исследованию. Единство школы и института, такого уникального образовательного комплекса, это залог нашего успеха. Здесь, как в одной команде, как в одной семье, учатся и работают школьники, наши младшие ребята, студенты колледжа, наши старшие товарищи, студенты института, наши взрослые наставники, ну и, конечно же, высокопрофессиональные учителя и преподаватели института. Хочется отметить, что образовательная система МИДИС поступательно развивается благодаря той миссии, которую в нее вложил наш учредитель. И реализует ее наша управленческая команда во главе с ректором Максимом Валерьевичем Усыниным. Мы, команда школы «Семь ключей» и института, благодарим вас за доверие и постараемся оправдать все ваши ожидания. С 1 сентября в добрый путь! Спасибо большое, Наталья Аркадьевна. Для торжественного слова на площадь знаний приглашается ректор Международного института дизайна и сервиса Максим Валерьевич Усынин. Дорогие школьники, студенты, родители, уважаемые педагоги, сотрудники МИДИС и школы «Семь ключей». Как говорилось, мы в этом году, у нас двойной юбилей. 30-летие МИДИС и 10-летие школы «Семь ключей». Сегодня день рождения. И я поздравляю с этим днем рождения замечательный коллектив школы, настоящую команду. Наталья Аркадьевна, подходите. Огромное спасибо вам, вашей команде, за ваш профессионализм, за вашу доброту, за вашу искренность. Я желаю вам крепкого здоровья, всем крепкого здоровья, энергии и нескончаемого драйва. С праздником, с днем рождения. И я знаю, что в вашей школе очень развито школьное самоуправление. Действительно, это очень интересный проект, в котором ребята растут, выполняя очень сложные задачи, которые делают сложные проекты, занимаются настоящими делами. И это небольшой подарок для вас, для того, чтобы вы за чашкой чая также продолжали заниматься этим настоящим, очень важным делом. Я думаю, ребята сами его употребят, сами распорядятся и приглашайте нас на чай. Да, мы все здесь живем одной дружной семьей. Это был замысел нашего основателя, Усыниной Татьяны Васильевны, которая верила в то, что все дети разные, но все дети талантливые. И мы следуем и будем следовать этим принципам. Сегодня мы принимаем в наши ряды этих замечательных первоклашек и наших замечательных первокурсников. Но еще мы приглашаем в нашу семью вас, дорогие родители. Спасибо вам за ваше доверие. Для нас, для всей команды МИДИС, каждый студент, каждый школьник – это личность. И наша общая задача, чтобы они здесь получили не только первоклассные знания, но и каждый, чтобы смог раскрыть свои таланты, чтобы каждый мог обрести уверенность в себе. Дорогие ребята, за это лето мы сделали многое для того, чтобы вы сегодня пришли в красивые, уютные аудитории. Они оборудованы самой современной техникой, и вы будете обучаться по самым современным образовательным технологиям международного уровня.
мы сделали серьезный апгрейд нашей столовой, нашего кафе. И вы сможете оценить наше вкусное и полезное меню. Но самое главное, что вас ждет здесь, это наш уникальный преподавательский коллектив, наша команда педагогов. Вы должны знать, что они всегда будут рядом. Они помогут вам, поддержат, поймут вас. Дорогие ребята, я желаю вам новых интересных событий, новых дел, новых друзей. И самое главное, не бойтесь ошибаться. Говорите, пробуйте. Знайте, что мы рядом, и мы вам поможем. У вас все получится. С днем рождения, МИДИС, школа 7 ключей. Дорогие друзья, с днем знаний. Добро пожаловать в МИДИС и школу 7 ключей. Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет тотчий дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчалит. Сердце бедное свело скорбью и печалью. Вот и осень пришла, собираться пора. Дом огромный, что школой зовется. Завершилась вчера в детском саде игра. Все прошло и уже не вернется. Завершилась вчера в детском саде игра. Все прошло и уже не вернется. Сережки и Наташки, теперь мы первоклашки. И смотрим на приятелей вчерашних свысока. Они остались в садике, Марины, Саши, Вадики. Они еще не слышали школьного звонка. Они еще не слышали школьного звонка. Ты только танцуй под каплями по лицу. Себя не теряй, ты только сияй, ты только танцуй под каплями по лицу. Себя не теряй. Город, ночные лица, один повод и не спится. Ты можешь быть суперстар, но только все вред, если устал. Я так промокла от людей, что друг друга калечат. И по стеклам, как злодей, бегу к тебе навстречу с теплом. И что бы ни случилось потом, ты только сияй, ты только танцуй под каплями по лицу. Но важен один момент. Любить не значит просить замен. Ты все забудешь, поверь мне.